на канале Папа и Астрахань. Сегодня мы продолжим смотреть пилот. Идемте. У нас там на баяне очень много цветов. Сейчас я вам их покажу. Вот сейчас я вот покажу. Здесь есть вот такие желтые. Еще такие фиолетовые всякие. Сейчас я вам покажу поближе. Вот такой. Еще тут есть такие фиолетовые. Такие маленькие синие, вот тут. Вот один юный. Тут есть еще такие белые. А сейчас я вам покажу полосатые. Вот такие полосатые. Сейчас я вам еще покажу магнолии. Вот это вот магнолия. Она калеева весна. Это цветок калеева деревья. Покажем их, как зеленые лодочки выросли. Давай, идем. Сейчас я вам покажу, как выросли зеленые лозы. Идемте. И вот такие лозы зеленые. Такие красивые цветы. А это магнолия. Магнолия. Это такие гортензии. И вот такие еще красивые. Такие тут цветы, оно засохшее, но появляется. Мы в прошлый раз вам о них рассказывали. Они зимой и летом такие же, но весной очень красивые. Вот это плата. Но листочков еще нет. Вот это такие желтые листики. Они всегда зеленые. И они превращаются вот такие белые. Смотрите, вот такой.
видишь такие растения? Еще такие пальмы, мы в прошлый раз показывали, они никогда не изменятся. Ну вот, вот такое видео. Ставь лайк и подписывайся на канал Захар Балбиев. Хай, пока! Вам шоколадами. На балатоне тут еще такие розовые. На платане тут классно, потому что их отсчитывают. Отмечаются, Фили. Отмечаются. Бережно относятся, скажи. Бережно относятся. Мы можем понять, где север, потому что тут есть мох. И север там. И там цветы, там может жить еще лунтик из мультика.
Ой.